заранее прошу прощения у людей, которые любили меня с длинными волосами. Сегодня что-то пошло не так. Я специально их обрезала в субботу, чтобы как следует нарыдаться в воскресенье, в понедельник с новыми силами пойти на учебу. У нас сегодня стрекало. Мы машем руками, мужчина красивый, прощается с нами, прощайте счастливо, мы смотрим. Ой, там не так поется. Мы плачем зачем-то, мы смотрим куда-то, где звезды нам светят так ярко, ведь космос нас ждет, космос нас любит, космос живет в каждой из судеб, космос привет, космос нам верит, выключи свет, закрой все двери, космос нас ждет. Космос нас ждет, космос нас любит, космос живет в каждой из судеб, космос привет, космос нам верит, выключи свет, закрой все двери. Космос нас ждет, космос нас любит. На-на-на-на, ла-ла-ла. Все, на этом. Ужасно мне грустно, прям я не могу это стерпеть. Даже волосы обрезала. Ну, вроде как помогло, но я не знаю. Что-то... У меня теперь прическа что-то между «я хочу жить вечно» и «я хочу умереть прямо сейчас». О, Елена Рубанчик, что ты наделала?